10 сентября 2023 года. Афоризм дня на сегодня такое. Работая, не покладая рук, недолго и на себя их наложить. Написал 3 января 2011 года этот афоризм. Что у меня еще есть про работу? Если вы пашете как коренная лошадь, скорее всего, вы не коренной житель. Если вы пашете как коренная лошадь, скорее всего, вы не коренной житель. Тягловая лошадь прогресса, жареный петух. Немножко не в тему, но пускай будет тоже здесь. Не будем про работу. Такой воскресный день. Бог с ним.